3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта пришло письмо от наших телезрителей. Мы, молодая семья, проживаем в Гомеле. Вот уже пару лет стоим в очереди на улучшение жилищных условий. Но все-таки решили строить не квартиру, а собственный дом. Как получить земельный участок, куда следует обращаться? Об этом будем говорить с начальником землеустроительной службы Гомельского облсполкома Александром Матарасом. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Государство в лице местных исполнительных комитетов заботится о проблеме улучшения жилищных условий, в том числе и путем предоставления земельных участков. На территории Гомельской области создана система, при которой каждый, нуждающийся в улучшении жилищных условий, имеет возможность получить земельный участок. В этом конкретном случае для того, чтобы эту возможность реализовать, надо определиться, в каком населенном пункте хотелось бы получить земельный участок. Я это специально говорю о том, в каком населенном пункте, потому что в зависимости от приоритетов это может быть и сельский населенный пункт, и может быть и город Гомель. Касательно города Гомеля, то здесь у нас тоже проблема решена. На сегодняшний день имеется достаточное количество свободных земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо подойти в местный исполнительный комитет, Гомельский горисполком в лице землеустроительной службы. Там есть перечень свободных земельных участков, встать на очередь на получение этих участков. И через некоторое время, на текущий момент это исчисляется буквально несколькими месяцами, подождать это времени, вас пригласят и дадут возможность выбрать земельный участок, который вы в последующем получите и оформите права на него. Кроме того, есть интернет-площадка, сайт Гомельского горисполкома, где этот перечень свободных земельных участков размещен, где размещен список очередников, желающих получить участки. И в режиме в реальном времени можно посмотреть как на участки, какие они есть, так и на список тех, кто перед вами стоит в этой очереди. Спасибо, Александр Васильевич. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.